Мне дали чек. Боже. Ничего не знаю, мне дали чек. Денег. Мне тоже. А можно выходной? Служил тебя нормально, иди отсюда. Видимо, ему не понравилось. Да ты-то чего орёшь? Пошла, уходи. Мне вообще выходной, мне заплатили зарплату. Ууу, тут есть ехать домой. Кажется, я сейчас туда. Слышь, ты... Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы пришли работать вот в этом торговом центре. Нам сюда, ребят, давайте. Ой, мороженое кто-то выкинул. Вы чё, вы чё? Причём с твоей головы как будто. Да вообще. Наглецы, это очень некрасиво. Очень так, некрасиво. Мне нужно выбрать свою работу. А будем сразу или будем... А я только хотела спросить, кто мы будем. Надо тутор проходить. Я нет, думаю, пойдем сразу играть. Всё. И есть... А кто я буду? Ну, только не менеджером, наверное, можно быть. Доставщиком, кассиром, уборщиком или же тем, кто расставляет. Я буду вот этим клерком, он, видимо, расставляет всякие штуки. Ха, есть коробочка. Так, Ульян, ты кого берешь? Я буду деливери, я буду доставлять. Да, я кассир буду. А уборщиком никто не будет, да? Тут столько мороженого тут валяется. Ладно, я могу поменять работу. Да, я могу быть уборщиком. А у меня есть ключ. А кто мне даст то, чем нужно, что нужно водить? А что смотрите. Делать? Смотрите. Блин, надо я было пройти. Я понятия не имею. Надо было пройти. О, мороженое убирается шваброй, вы знали? А тут очень злится один. А что ты орешь? Я обслужил тебя нормально. Иди отсюда. Видимо, ему не понравилось. Да ты-то чего орешь? Пошла, уходи отсюда тоже. Все, неинтересно с тобой больше общаться. Уходи. Ёши, лучше вот, видишь, лучше вот убирать просто. А что я не так сделал-то? Так. Я не знаю. Пакетик, да? Так, пакетик. А как пакет собрать это все? Ну пакет забери свой. А я что, почему? Я вроде вот все делаю вот правильно, но неправильно. В смысле? Я отпинала эту банку. О боже мой. Я не буду работать кассиром. Я не получается. Давай поменяемся, давай я буду работать кассиром. У всех сложность 3 звезды, вообще-то. Так, Ёж, все, я кассир, уходи. Ты что, обалдела? Я сейчас тебя у застрелю этим. У меня там очень много сложностей. Написано 5. 5? Застрелить тебя этим? Ну да, или нет. Ну, там было прям много звездочек. Так, по карте. Так. Ты слышь, это мой был клиент, я тебя сейчас отсканирую. Это мой клиент. Я тебя сейчас как отсканирую. Пакет найди человеку, дай человеку. А как ты так поняла? Он сердечки мне послал, понял? Обалдеть. Ну все, пойду полы мыть. Да. Я, видимо, не очень хорош. А как я отсканирую? Я сканирую. А, все. Пик-пик-пик-пик-пик. Отлично. Смотри на меня. Просто Донателло какой-то. Пакетик. А ты понял, как мыть? Я не поняла. У меня нет. Пинала только банку. Я тоже пинаю банку. Так, кажется, у нас корейский магазин. Да. Да? Да. Ну, или... Какие-то вкусняшки. Японский. Или японский? Потому что я слышал на японском пару фраз. Да, я тоже как будто слышала пару фраз на японском, но вроде бы это корейский магазин. Вроде бы в названии было. Но вкусняшки все корейские, как будто, mm-hmm. Да. Ну, может, это корейский магазин Ульяна делает, в Ульян? Японии. Как да, тебе это такое? Кошмар какой-то. Я пришла к вам, потому что да, я не понимаю, что от меня хотят и что мне делать, потому что нет человека, который работает на складе, и я ничего не делаю просто. Я хожу возле этой машины, и все. А я вот тут все поняла. Так. Я тоже вроде понял. А я кассир, получается. Кассир? Да, давай. Ты можешь теперь быть кассиром. Смотри, тут вот надо выбрать оплата по карте, и можно выдать ему вот палочки. Он палочки хочет. Ты дала пакет, он хотел палочки. Извините, я не увидела, я не увидела. Вот смотри, сначала ты тыкаешь вот так вот сканировать все, что вот человек покупает. Потом по карте, а потом вот пакетик. Все, она довольна. Все, я тебя оставляю. Пакетик брать будете? Ты теперь тут... А что тут значит смартфон? А, корейский, я вижу на корейском, вот тут вот написано все на корейском, вот тут. Я решила сменить работу, и теперь я буду вот этим вот клерком. Ну, капец, он сложный, ладно, допустим. О, у меня нарисовано, что мне нужно сюда упаковать. Там кто-то возмущается, вам не кажется? Это у меня... Ульян, ну что за дела? Ну извините, я стараюсь, я один кассир здесь. Они вообще непредсказуемые. То им пакет подавай, то им какую-то штуку вообще непонятную, ужас. Конфету или что-то такое. Да непонятно. Палочки там, палочки. Да нет, он не похож был на палочку. Так, я что-то вот упаковала сюда, а мне теперь это надо вот сюда отнести или ребята, куда? Золотой клиент. Золотой. Ого! Золотой! Смотрите, он сверкает.
Блин. Он сияет. Да, Ульяна, что такое опять, Ульяна? Я не туда нажала. Что, почему ты отпускаешь клиентов наших? Совесть есть? О боже, а мне потом чаевые перепадут, а в магазине не дают чаевые. Иди вон, убирай. Так, тут я нужен убираю, хлеб, у них дома нет хлеба, у них нет еще и риса, Ёша, риса, ты риса должен нет мне помогать. Я а где мою рис? Полы. Это катастрофа, риса нет, это ужас. Где рис? Да, да я чё? А кто должен быть? Клерк? Клерк. Я несу рис. А кто? Я золотой клерком покупатель, боже мой. Главное все туда нажать, пожалуйста. Нажми, пожалуйста. Я слежу, Ульян. Так. Я слежу за тобой. Монетки и палочки ему нужны. Так. Все. Ладно, допустим, Ульяна. У меня какая-то была награда. Я что-то хорошее сделала. Короче, в общем, суть в том, что вы здесь продаете всякие вкусняшки. Но на самом деле мне такие вкусняшки больше нравится покупать, чем продавать. А, да-да-да, правда. Ну, это правда. Я думаю, да, у всех так. Молочко закончилось. А где молочко? Вот и молочко. Слушайте, а когда оно тут все закончится, а кто поставками будет заниматься? Я не знаю. Ну, это можно обсудить потом, когда это все закончится. Но оно уже заканчивается так. Кола. Заканчивается кола, напиточки. Блин, а что? Я забыла, что он хотел. О, нормально. Классно. Повезло? Да, повезло. Повезло, повезло. Повезло, повезло. О! Куда я пошла? И сок тоже закончился, какой ужас. Слушайте, тут вообще не дают отдыхать. Это как на настоящей работе. Действительно, ужас какой. Да ужас вообще, ты просто... И следующая зарплата в 2 часа ночи. А я что, круглосуточно что ли работаю здесь? А как это так? А когда отдыхать? А вот некогда отдыхать. Ой, мороженое или что это? Вот это вот... А нет, нормально, замороженное еще немножечко есть. Чего не хватает? Ого, вот тут вообще ничего не хватает. И рамена не хватает. Ёша, а ты что там... Взял какую-то эту штуку. Да я не пойму, что хотят от меня. Ты вот отсюда носи туда, не наоборот. Да я понимаю. Хлеб пойду им отнесу. А, в общем, мне кажется, что здесь ребят должно быть немножко побольше. Но мы работаем только втроем, плохо, поэтому, поэтому наш супермаркет немножечко не выдержит, мне кажется. Это... Да. Подожди, тут какие-то... Ну... ничего не понимаю, помогите, о, супчики. Немножко я, в принципе, могу надо кому-нибудь прийти помочь, потому что на кассе я вообще даже очень сильно успеваю. Я вот даже жду. Угу. А что я взяла только что? Какую-то коробку. Рамен, я взяла рамен. Вау, звездочки! Я тоже. Это только мне или это у всех? У всех, у всех. Наверное. Круто. Ну, у всех, потому что мы работаем вместе, это командная работа, и мы получили за это звездочки. Так, вот мне нужно. Вот это мы молодцы. Вот этот нудл. Нудл. Лапша. Да, это мне туда ее надо нести. А ты что записываешь? Ты вот убираешь? Нудл. Да. А ты что, ты с тряпочкой ходишь или ты записываешь что-то? Я с тряпочкой хожу. А, я думала, ты какой-то менеджер. Да-да-да, я тоже думаю. Менеджер. Угу. Нет, я убрал вот магазинчик, все отлично. Так, а... Могу снова меняться. А если у нас все закончится, а будет нечего расставлять? Ладно, деливери, все, успокойся, все, я пошел. А деливери это сюда или это наружу наоборот? Там на задний двор. А, вот я, кстати, не знаю. Наружу, я иду через эту штучку просто. Замороженная еда, это мне надо. Она заканчивается, Ёша, кстати. Очень хорошо. Я ее сюда положу. Мне что сделать? Где мне вообще набрать эту еду? Я не знаю, на базе какой-нибудь. Так, а это, кажется, Лана тебе не должна... А, подожди. Что? А я думала, что вот человек, который на складе... А, подождите. Это же нам, по идее, должны... А тогда я не знаю. Все, я сам уже сейчас найду все. А кто-нибудь хоть раз печеньки носил? Куда? Ну вот тут печеньки еще бывают. Мне дали чек. Боже. Ничего не да, знаю, мне дали чек. Тоже денег. Мне тоже. А можно выходной? Нет. Блин. А как это? Так, вода закончилась и шоколадки. А я не успею все отнести. Блин. Кто-то орет. Это на Ульяну? Говори, что надо. Это бабуленька какая-то орет. Да. Ёши, нужны... Смысл? Извините, пожалуйста. Да нужно все, в принципе. У нас все... Плохо, всего и нового мало кассира, потому что что-то я дважды не туда нажала. Не справляюсь. Так, ну я все тогда по чуть-чуть. Всего вези, да. Всякого понемножку возьму. У нас все заканчивается, если что. А какой-то редкий посетитель, внимание. Покемон. Ну тоже, да, вариант. Блин, желешки еще надо. Бабуленька какая-то реально тут ходит. Слушайте, я уже устала. Ёша, а ты там нормально привез? Может, я тоже немножечко привезу, а ты вот тут вот разложишь? Я не могу почему-то... А, вот, надо так открыть. Так, поменять работу. У меня ключи есть. А это мне надо вот туда, к машинке? Да-да-да. Если ключи, то к машине. Так, отлично.
Отлично, я поменяла работу, теперь я вожу грузовичок. Я одна тут? Да, Ульян, все, мы уволились. Ну как уволились? Как же так? Мы теперь здесь. А вы временно уволились или навсегда? Навсегда. У меня вообще выходной, мне заплатили зарплату. Ууу, тут есть ехать домой, кажется, я сейчас туда поеду. Слышь ты, да подождите, как же так? Я уеду домой, не знаю ничего. Нет, нельзя. Меня не пускают. Правильно, тебя не пускают. Я, может, пешком туда пойду? Пустите меня домой. Я пошла домой, ребят. У меня есть дом. И, к сожалению, меня выгнало с вашего сервера, поэтому вы там как-нибудь сами справитесь. А я посмотрю, что у меня в доме. Я получила свою первую зарплату и должна купить себе на нее мебель. Вау. Знаете, это очень напоминает вот ту игру Ульяны, которая пиццерия. А, ну да, есть такое. Подождите, выберите место, где вы построите свой собственный магазин. А я не хочу строить магазин. Я хотела дом. О боже, ребят, реально магазин, что ли? Магазин — это твой второй дом. Походу, да. Просто какой-то маленький магазинчик, очень крохотный. В нем почти ничего нет. Я думала, это будет дом. Его можно немножко продекорировать, но у меня нет вообще ничего. Можно телепортироваться в магазин мебели. Подождите, то есть я всю жизнь работаю для того, чтобы потом снова сделать магазин и там все потом... О, подождите, нет, есть мебель обычная. Нет, это не обычная мебель, это какие-то... Нет, подождите, это обычная мебель. Это обычная мебель. Это для дома, правильно? Я буду здесь жить. Мне нужна кровать. А вот это вот зачем тут еще продается? Нет. Я буду и жить, и продавать, что ли? Я не понимаю, где мой дом? Отправьте меня домой. Ладно, видимо, я еще не готова. Для этого я возвращаюсь к вам на работу. Фух. Так, я возвращаюсь на работу. Кто вам нужен? О боже, Ульян, ты одна тут, да, справляешься? Ёша, а ты что делаешь вообще? Да, я уже убралась. Блин, опять они тут... Насорили. Вау, слушайте, тут какой-то золотой посетитель, видимо, будет идти к замороженной еде. Но я, короче, ее полностью засыпала, значит, все в порядке, я думаю, да? Ну, сейчас посмотрим. Да блин, я опять не туда нажала. Ну все, я не буду с вами разговаривать больше, потому что я не туда нажимаю. Ёши, ты привез продукты? Да, все, оно, походу, само, типа, разобралось по полочкам. Ну, вроде вообще да, стало чуть побольше, как будто. Так, я взяла... Что здесь чуть-чуть? Что там дофига всего? Ну, чуть-чуть. Что? Все, я больше на тебя не работаю. Я не туда положила, мне теперь все запаковали в коробку. Я на тебя больше не работаю, ясно тебе? И мне нужно это вернуть. Ого. А что я брала-то вообще? Я брала... Капец, мда, ну ты и работничек, конечно, мда. Слышишь ты, я сейчас тебя уволю вообще, пойду себе дом. Мдашечки. Это вот какие-то салфетки какие-то. Да блин, дайте мне вот так вот в руках это понести. А где у нас зубная паста? Что тащить надо, слышь ты? А нужно тащить суп. Нужно тащить печеньки, и закусок вообще нет. Закуски обязательно. Как это понимать? Что это такое? Ты мне скажи, как Снег. Это? Снег. Это типа змея? Да. Подожди, я же только что взяла здесь все. Я же отнесла. В смысле? Так вот, я вот это вот беру. Вот, закрыла. А чего? А почему оно в прошлый раз не положилось? Так, еще раз, что там? Снеки, да? Что еще? Снеки. Еще печеньки можно. Печеньки. Дальше. Молочко. Молочко. А, подожди, Ёж, я не про то тебе, я думала, это то, что ты сюда ты относишь. Так тут на уже приколе? Всего достаточно. Вообще на приколе, ясно. Так и запишу. Ой, я звездочку получила, и да. Не только я. Я тоже две. Так, вообще замороженные еды Ёши привези и инстант райс. Да тут пока нормально, ты лучше тут расставляй, у нас в магазине ничего нету. Так, замороженные еды и инстант райс. Блин, печенья у меня лежат. А вот они. А вот они. Слушайте, зарплата уже через минуту. Вау. Зарплата через минуту. Так это можно будет потом уволиться. А куда мы ее тратим, на магазин, да? Ну, кажется, да. Но мы потом сможем только свой магазин сделать. То есть зачем мы работаем, вообще непонятно. То есть мы работаем, чтобы работать. Да. Я так понимаю? Да. А нафига? Очень странно. Ну, это цикл жизни. А если не интересует такое, то как? Не знаю. Ну, можешь купить. Как выбраться из этого цикла жизни? В магазине что-нибудь потом. А, окей. Жвачечку пойду еще отнесу. Так. А куда жвачечка несется? А куда жвачечку? В смысле? А, вот она, нормально. И шоколадки кончаются. Знаете, тут все такое классное. Я бы, наверное, знаете, посмотрела вместо того, чтобы это носила. Ну что, смотрите. Что? Привез все. Все привез. А можешь теперь...
тут вот поносить то же самое. Вот, конечно, ты такая. О, наша зарплата! О, мне больше дали денег. Значит, ты больше заработала. Значит, ты молодец. Да. Шоколадки пойдут. Ой, а надо закрытие. Слушайте, ребята, мне кажется, что эта игра бесконечная. Я не знаю, до чего мы здесь, в принципе, можем доработаться. Ой. Снеков тоже нет. Я за снеками. Давай, а я шоколадки только принесла. Они слишком быстро все раскупают. Ну, снеки и шоколадки. Тоже очень быстро. Ха, а что ты хотела-то? Блин, теперь тоже хочется снек и шоколадку. Ну, возьми, так, пойди, на меня... кухне все есть. Да, это да. Я возьму. Блин, да я не туда положила. О, ясно. Ой, зато вот тут можно ретернуть все. Вот, все в порядке. Так, есть снеки. Это вода и кофе. Кап нудл. Сейчас будет. Но знаете что, я уже немножечко подустала, и мне кажется, что надо, наверное, заканчивать, потому что это никогда не закончится. Ничего себе, они тут раскидали, вы видели? Вы видели, тут лапша валяется прям вот тут. Я тоже стану уборщиком, потому что вот тут вот прям вот сюда, вот прям вот здесь, вот посмотрите. Я, кстати, типа протерла. О, оно начинает искриться. Очень красиво. О боже, тут какой-то очень странный посетитель. Он злой, вроде как. Он злой, надо сделать, чтобы он был довольный. Давай, сделай все, чтобы он был доволен. Ща, я постараюсь. Он доволен. Это хорошо, потому что однажды он уходил недовольным. Ну это случайно. А, ну, конечно, да, интересно. Ну да. Слушайте, ой, ешь, тут золотая полка жвачек, надо донести. Извини, я пойду уберусь. А. Тут на улице никто вообще ничего не трогает. Ой, ребят, слушайте, работать в супермаркете очень сложно. Непочатый край. Да, поэтому я думаю, что если вам вот это вот все понравилось, то мы обязательно продолжим в следующий раз. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока. Пока.